Всем привет! Сегодня я решила показать вам мой повседневный макияж. И да, сегодня я не делала озвучку, потому что это было слишком долго. Как и в прошлый раз, я нанесу в начале увлажняющий крем от Clinique Pupstat. Так как я хочу, чтобы мой макияж держался дольше, я должна использовать основу под макияж от Maybelline Baby Skin. Как и в прошлый раз, я нанесу CC-крем от корейской фирмы Reinen. Я сделаю матовой мою кожу при помощи пудры от Sensai. Следующим этапом станут брови. Их я нарисую с помощью палетки от L'Oreal Brow Artist. Для бровей Givenchy я закреплю свои брови. С помощью той же палетки я подчеркну свои мешки под глазами и складку века. С помощью палетки от Estée Lauder, вот в черном цвете, я нарисую себе стрелочки. Ресницы. Клиническая помада. Закреплю свой макияж при помощи матового финиша от NYX. Повседневный макияж готов!